великой славе Божьей. Вчера с меня вышел дух смерти. Прямо явно сказал Игорь. Я говорю, ой, мне так хорошо стало, так светло. Он говорит, ну да, вышел дух смерти. А было очень плохо, у меня тут все прямо мурашки. Мне так плохо было. И как что-то... Я не знаю, что с меня вышло. Не камень, гора какая-то вышла. Просто вышла гора с меня. И у меня боль осталась только вот, ну вот так вот. И все. Вот. Игорь говорит, да, это вышел дух смерти. Я сама была, я понимала, что этот диагноз, это не жизнь, я понимала. И за меня 2 года молились, и когда я только узнала, я даже не знала диагноза, за меня молились в Италии, и с меня вышел этот дух, потому что я знаю, тогда меня тоже дернуло, вышло, ну как, что произошло в течение 2 лет, что вчера вышел дух смерти, и мне прямо так стало светло, и хорошо прямо смеяться начала. Слава Иисусу. Просто... Скажите, какой у вас был диагноз? У меня, значит, был рак матки. Когда за меня молились, и они провели терапию, сказали, ой, мы такого не ожидали, у вас там, ну, вот так вот. Я говорю, так это же Иисус, но не меня там сумасшедшую больницу называли. Вам надо там еще пройти терапию. Я когда же прошла терапию, они говорят, ничего нету, что-то есть, но это нейрохирургическое, ничего нету. Тут вот прошло 8 месяцев, я была на Украине, приезжаю домой, иду, прохожу комиссию, ну, комиссию, эти трубы, это, они мне вот такой лист выдают, что там, ну, везде опять. Я говорю, во имя Иисуса Христа я ничего не принимаю, отказываюсь от терапии. Я говорю, Бог, мне нужна твоя сила. Я возвращаюсь на Украину. Правильно сказала Виктория, или кто говорил, что спят в Европе. Кто-то вышел, да? Вот. Вот за это я молюсь, я сильно говорю, Господи, я молилась, я в онкологии молилась. Женщины принимали Христа, правда, одна умерла. Но я рада, что она хоть на небесах, это итальянка. Я в онкологии, и врачи там на меня, конечно, перли. Но это мне это не важно. И что я хочу сказать, вот это вот, ну как, пассивность вот это есть в Европе. Я сказала, нет, я лечу обратно, мне этот посоветовал, как его, Руслан Боголюбивый, говорит, ты поедь к Волчку. А я говорю, я слежу за ними, за открытыми небесами, я говорю, я там и пишу им, что-то я наблюдаю за ними. В этом, в фейсбуках я все там это самое. Я сказала мужу, говорю, я лечу, он говорит, лети. Я говорю, у меня надежда только на Бога. Я говорю, я эти врачи. И врачи, как это вы? Я говорю, это ваше здоровье. Я говорю, вот именно, лечу за моим исцелением. Ну, опять на меня посмотрели, как на... Ну, я хочу свидетельствовать им. Я говорю, Господь, ты покажешь свою славу, что врачи, может, даже тебя прославят. Хорошо. Я помню, у вас, вы пришли на молитву, у вас были боли. У вас боли там внизу. У меня внизу было, вот здесь, да. Боль, да, что? И что произошло во время молитвы? Но у меня произошло, ушла боль, когда молился Игорь, вот когда с меня вышел вот этот вот дух. Ага. Я такое облегчение по всему телу. Вот, ну вот пришло, вот кажется, что вот все, я свободна. Все. Только вот, ну вот я чувствовала вечером и ночью, ну вот где-то, еще где-то вот там вот что-то еще внизу. Ну это фантомная боль. Да. Но я хочу сказать, что это самое, что... Ну я почувствовала свободу. Иисус есть Господь, слава Богу. Хорошо. Аллилуйя.